Salut, prieteni! Всем привет, друзья! Cred că vă întrebați de ce ieri se salută în rusă. Dar noi am hotărât să facem în felul următor. După cum ați observat și voi, că avem multe comentarii în limba rusă și acolo ne scriu abonații celanți de pe canalele ruse. Vă rugăm să vorbiți în rusă, măcar puțin. Și noi am hotărât puțin în română și puțin în rusă, ca să nu se supere nimeni. Da. Eu cred că sunteți de acord cu mine. Да, Ира? Да. А вот мы, ребята, сказали этим подписчикам румынским, что вот мы хотим и на румынском говорить, и на русском, чтобы никто не обижался, чтобы и вы поняли, и они поняли. И вот мы сегодня вышли гулять, очередной влог. Вот мы пришли, у нас в городе есть санаторий, он называется Нуфарулал. Естественно, мы пришли, да, с Андрюшей. Да, здесь приятель, но он винит. Фачем урматуру влог. Но он винит, я кашала. Все нумеште Нуфарул Алб. Санаторию нос родин ураж. Шулка хул. А куш ной сова арете. Андруша дормит. Интим де 5 минуте. Ну, мача ну дорме, а дормит. Лайер курат, дорми, ка он мелуц. Ребята, он на свежий воздух спит очень хорошо. Да. Очень. В комнате 10-15 минут и вау-вау-вау, караул, просыпается сразу. А на улице смотрите, как он спит. Так что покажем детям наш санаторий и как мы да. будем гулять. Идемте гулять. Да. Но я вам спуска, мержим с аратем санаторию Нострущи, с неплюмбом, с аратем чего. Мержим, да? Да. Хай. Мы гуляем, гуляем и встретили собачку. Да, нам им трапит в парту, и тазвон кацелуш. Я уж батя сосед спереди мной. Собачка испугалась. Не знаю почему. Собачка. Кателюшли. Собачка. Кателюшли. Собачка. Дай за кателюшу. Иди на кач. Ну, бля. Ай, мержимся, не прям, да. А если вас пом приятельности, территория фуарте мари. Здесь очень большой участок, очень большой санаторий. Здесь приезжает со всех стран даже, не только с нашей страны, но со всех стран приезжает. Из Беларуси, с России, с Украины. Здесь есть эта грязь, которая полезна для здоровья. И многие люди, да, а я же здесь ходил, когда после травмы на колено, да. Но используем каич санаторий, но если есть фуарте вести, это аич вин. Oameni, nu numai din Moldova, de la nordul țării, dar vin și din România, și din Ucraina, Belorusia, Rusia, da. Vin pentru că noi avem aici băile acestea cu minerale și cu băi murdare. Ele sunt foarte folositoare, da, cu noroi, ele sunt foarte folositoare. Deci când tata avea piciorul sclintit sau rupt, da? Sclintit. După traumă. Vedeți aici și aer curat. Andrei își doarme, e ferește că vine o mașină. Bine. A trecut mașina. Da, să vă arătăm. Desigur, cine se uită care este din orașul Cahul, ei cunosc acest sanatoriu. Cine nu este din orașul Cahul, dar din alte orașe, sau unde obște din altă republică, trebuie să vedeți ce de frumos este aici. Ребята, вот смотрите, как красиво. Ну, многие из вас уже видели. Потому что мы снимали раньше здесь видео, как мы гуляем в санаторию, да? Да. Мы раньше и с Сережкой здесь снимали с Бэби Борном, как он собирал здесь шишки и игрались с Уляной, с Амелинкой. Да. Смотрите, как Андрюша спит. Спит, спит, спит. На свежий воздух ему очень нравится. Да, очень. Сразу. Смотрите, здесь какая чистота. Свежий воздух, красиво все. Сейчас я вам покажу. Там орла. А кушевого рота он в вултуре. Видите? Сейчас я статуэта. Шаичи сон фуарте мулти, дядь час джен. А сейчас я пошеск. Садиной пропи. Подойду сейчас поближе. Вам покажу. О, смотрите. Какой он красивый. Видите? Тазва чай фурмос есть. Au tăiat copacul și deasupra au pus acest vultur. Foarte frumos. Uitați-vă câți brazi aici sunt, câți copaci în iubște. Vă închipuiți? A noi acum este doar luna martie și deja aici este verde. Dar închipuiți-vă în mai, iunie.
când am florez copaci, când frunzele apar, totul este verde, frumos. Da? Iată, ierăci că acolo sare. Mergem acum și la fontan. Era crăcita în fontan, știați? Пойдем, ну, наверное, он не работает сейчас, потому что еще холодно. А смотрите, ребята, на самом деле, как здесь красиво очень. Елки разные. Да? Идем? Идем. Идем. Хай, Веницы. Какие пышные елочки. Да, здесь, я не знаю, мне очень нравится здесь. Очень красиво. Тут можно отдыхать целыми днями. Особенно летом, тут очень прикольно. А ребята, вы пишите, у вас какая температура? У нас вот буквально вчера было 19 градусов. Здесь я думал, нам он здоровается, а он не с нами. А сегодня уже дожди утром были, ночью были. И плюс 7 уже, похолодало. Саня, скажите, а вы, Румыния, чья температура есть? Ланой, кяр ель, ауфос, ноус, презече граде, дар ель, сяра, аплуат, чи есть и пус шапки. А ну я со здесь и сэмбата. Дребка влогул ва ищи кратка лунь. Дар ной ле фачем ден тимп. Да? А куш не апропием де. Эй, да ну лукряза. Да ну фонтан, да колы ка фонтан, дар извор. Фонтан, да, а куш не вам ута. Вот мы приближаемся к фонтану, но он, да, как мы и догадались, он не работает. Ну сейчас посмотрим. Потому что тут очень много цветочков и много очень беседок разных. Красиво. Мы посмотрим, покажем вам еще. Давай. Мы увидели там беседку. И сейчас мы к ней приближаемся. Оказывается, что фонтан не работает. И мы решили пойти к беседке, да, немножко отдохнуть. Там и стульчики. Я распомню, что фонтан не функционирует, не лукряза. И дар ночь не дай сяма, как оно есть сезону. Dar uitați-vă aici, oamenii se odihnesc. Aici este corpul de odihnă, unde oamenii stau și se odihnesc după toate procedurile de baie. Și noi acolo am văzut o încăpere și acum și mergem acolo. Da, uitați-vă chiar ce curățenie este aici. Da. Da, este super. Puteți să veniți cu toți aici să vă odihniți, vă sfătuim pe toți. N-ai obostiră? N-ai. Nu? Nu? Трава тоже. Да, очень красивые. Летом тут очень приятный газон, и мне очень нравится. Летом здесь, ребята, советую всем прийти. Вара вас фатуем петоть, если будете свинеть. Он тради вар, ее сингур. Распун синчер, он фос ла прочедур эйч. Есть супер. И ау эффект, да? Че сон, виорели? Виорели? Коляска? Смотри, какие цветочки. Ну, aici, într-adevăr, lucrează un grup mare de oameni pentru menținerea curățeniei. Fiecare zi se face curat, da? Sigur, da, și se vede cu ochiul liber. Здесь, ребята, очень большое количество людей, которые убираются ежедневно. И даже могу сказать твердо, что не только один раз в день. Тут даже камеры есть. Ну, естественно, что камеры есть, доча. Мы в каком веке живем? Мы приближаемся к бассейну. Там очень классно, это мое любимое место. Ну, естественно, он тоже не работает. И, кстати, туда нельзя просто так заходить. Тут эй, нужно конечно, отдыхать. Здесь только кто отдыхает здесь, санаторий, кто платит деньги за путевки. Не пропьем, где бассейн, приятель. Сигурка ел нолу функционяза, нолу кряза. На часано темп. Татьба, кто вердятся. Если у территории имеется. Очень большое, огромное, не только здание, но и территория здесь. Это мы только одну часть снимаем. Просто все снимать это нам нужно, я не знаю, сколько времени. Много времени. И три дня нет, ну час. Час 100%. Амажонс, у нее бассейн, ну, вара. А здесь есть фуарте фрумос, здесь есть энкиз, арич лакат. Вара есть фуарте фрумос аич. Дар акум, дим пакати, ну, лукряза. Здесь летом, ребята, очень красиво. Я был, я знаю, видел. Но сейчас, к сожалению, не сезон, и здесь закрыто, видите? Летом, а летом очень красиво. Можем прийти.
Летом мы придем обязательно. Если вы напишите нам в комментариях, что хотите, мы придем и снимем. Вот и Андрюша наш спит, как младенец. Он даже пофиг ему. Снимаем и снимаем влоги. Ну, все равно. Да, да. Андрюша индифферент. Фачем мы влогу, ну, фачем, если персонажу принципала, ну, я требую садорм. Я говорю, что че сегодня? Бой фильмас, фильмас, да, его садорм. Хай мерчен с нашизем по цим пескауле. Да, не удихнешь, не лонши рамас бон. Идем сядем там на скамейке, как раз отдохнем чуть-чуть и попрощаемся. Друзья, мы сели отдохнуть немножко. Да, да? Мы очень устали. Нет, мы не устали, мы просто сели немного отдохнуть и с вами попрощаться. Я думаю, что вам понравилось, как мы гуляли, да? Андрюшка, правда, сейчас спит? Ну, он спит, пускай спит. Пусть отдыхает. Да. Ну и приятель, я Таня Маша за отпутин, да? Да, Саня удихнем, Саня. Расуфлем путин, и, кред că eu mai prim blanca putin și mergem și noi acasă, da? Da. Dar ne luăm rămas bun de la voi. Sper că v-a plăcut vlogul nostru de astăzi. Puneți like-uri și susțineți-ne cu like-uri, abonați-vă și vlogurile noastre vor fi din ce în ce mai interesante și mai interesante. Andrie, zi în visul tău. Zi pe curând. Pe curând. Все, ребята, мы прощаемся с вами. Я надеюсь, вам понравился этот влог. Если так, пишите нам в комментарии и ставьте много-много лайки. Нам всем и Андрюшке. Андрюшка, говори. Все, пока-пока, ребята. До новых встреч. Все, па-па.